Где перископ? Вот! Курс на перископ! Есть! Черт глаз побрал! Вы во сне видите перископ и Смит. Пусть меня повесит, если я еще раз выйду из порта, прежде чем кончится вся эта чертовщина. Когда зависишь от нескольких лишних долларов, не приходится быть слишком разборчивым, господин шкипер. Так-то, ну так. Ну, будем надеяться. Эти подводные лодки и перископы действуют мне на нервы. Пройдем. Пройдем? Вы убедитесь в обратном. Когда мы полетим к Тормашкам, вы слышали? Они топят корабли всех флагов, без предупреждения, не спасая людей. Слышал. Единственная надежда, что они не польстятся на это старое корыто. Корыто. Вы недавно на этом судне, господин шкипер? Ну? А для меня все в этом корабле. Я на нем плаваю 20 лет. Это старое корыто, моя молодость. А мне бы только выйти целым из этого рейса. Судно съемно к Рамбле, господин капитан. Черт возьми. Эти проклятые подводные лодки чудятся мне в каждой скорлупе. Идет купец, господин шкипер. Вижу, что купец. Самый обыкновенный купец. С плохо зарифленными парусами. Что скажете об этом судне, Бранд? Купец около 4000 тонн. Сильно груженный. Сам вижу, что не подводный лодка. Его национальность. Плохо виден флаг. Прикажете доложить капитану? Нет, не надо. Старик приказал докладывать о каждом встречном корабле, без исключения. Это вас не касается, когда я на вахте. Слушаюсь. Der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt. Ihr sollt den Frieden lieben, als Mittel zum neuen Kriegen und den kurzen Frieden mehr als den langen. Купить справа 30, господин капитан. Ваша вахта. Вахтенный начальник не считает нужным докладывать. Еще что-нибудь? Прошу, извините. По-моему, справа на траверзе судно. Да, капитан, но... Мне было бы приятно, если бы мои помощники исполняли мои приказания. Слушаю, капитан. Передать сигналом. Имею повреждение рации, нуждаясь в технической помощи. Чего не хотят? Рация повреждена. Просто технической помощи. Еще чего. Не до них теперь. Передайте сигналом, помощь оказать не могу. Господин шкипер, отказать в помощи в открытом море? О нас будут говорить во всех портах. Мне понятно, мистер Фокс, почему вы не стали капитаном и не станете капитаном. Судовладельцам не может нравиться такая... Ну хорошо, передайте сигналом, высылаю помощь. Приготовьте шлюпку. С радистом поедете вы. Хранитель морских традиций. Слушаюсь. Можно удивляться человеческой глупости. Упрячься их поглубже в трюм. Слушаюсь. Среди этих купцов много идеалистов, романтиков. Верят. Если не верят, мы приказываем верить. В нашей стране принят единственно правильный принцип. Не церемониться. Знаете, господин Грин, мне все это порядком надоело. Перестаньте. Я не про то. Разве вам не надоело таскать эту унизительную форму морского торгаша? Оставьте, господин Бранд, не имеем права рассуждать. Шлюпка подходит. Действуйте. Слушаюсь. Принять? Слушай. Здесь вам дадут консультацию по международному праву. Ну? Держу пари, он погрузится носом. Принимай. Носовое орудие. Огонь! Крепитесь. Скоро все кончится. С каждым из нас случилось нечто в этом роде. А вот табачку не захватили? Корма погрузилась первой. Вы видели, господа? Вы все видели, вы же видели, он погрузился носом. Мне надоело ваше вечное жульничество. Сначала вы норовите заглянуть, куда угодил снаряд, а потом заключаете пари. Предлагаю темную. Кормой или носом пойдет следующий? Кормой. Дайте СОС на волне Сусанны. Слушаюсь. Торпедирован подводной лодкой. Не забудьте, подводной лодкой. Слушаюсь. Помощник капитана Свердруп, Ундина, 3000 тонн, Тромсы. Помощник капитана Фокс, Сусанна, 3800, Нью-Йорк. Хорошо. Честь потопленных судов. Аргентинец Фернандес, Патагония, 6000 тонн, вот это движет Джойс. Славный малый, танкер Тексас. Отличное общество. Представлены все флаги. Только, может быть, кто-нибудь уже давно в этой проклятой коробке. Он был первый вот этот. Целый месяц не слезает с койки. Боится, чтобы ее не заняли. И читает эту книжку 19-й раз. 17. Этот не сойдет с ума. Хотя бы, знаете, здесь нас продержали всю жизнь. Не сегодня, не завтра этого подлеца потопят вместе со всеми нами, пойманными крысами. И, честное слово, я буду этому рад. Надоело сидеть без дела. Что это за судно? Чье оно? Кто капитан? Никто из нас не видел на этом судне настоящий флаг. Не знает, какой их родной язык. И мало кто видел капитана. Да. Пусть войдет. Товарищ вице-адмирал, капитан-лейтенант Найденов явился по вашему приказанию. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Есть садиться. Вы слышали, в наших водах появилась крыса. Так точно. Эта подводная лодка, как будто неизвестной национальности, действует в наших водах с ясной и определенной целью. Так вот, послать военный корабль, значит дать возможность пирату скрыться. Здесь нужно действовать несколько иначе, осторожнее. Судно-ловушка? Совершенно правильно. Его, вероятнее всего, интересует, что у нас на море, у моря и под морем. Любознательный пират. Пират, у которого вместо мачты перископ. Да-да, перископ. Товарищ капитан-лейтенант, назначаю вас командиром судна-ловушки, приказывая найти и уничтожить разведчика. Есть. Инструкции получите в запечатанном пакете. Есть. Общие указания. Ни один человек, кроме вашего экипажа, не должен догадываться, что представляет собой ваше судно. Ни единая душа не должна знать, зачем вы в море. О времени выхода и курсе не должен подозревать даже экипаж. Капитан-лейтенант Найденов временно перестал существовать. Есть. Как ваша фамилия, товарищ Найденов? Вопрос, так сказать, врасплох, товарищ вице-адмирал. Ну, фамилия найдется. Сами себе подберите подходящее торговое судно и доложите. Я бы взял Вятку. А вы хорошо знаете этот корабль? Лучше других торговых судов. Угу. Добро. Я тоже полагал типа Вятки. Экипаж спешите, дадим новый. Итак, желаю успеха вам и вашему экипажу, чекистам на море. Благодарю. Так и передайте товарищам. Чекисты на море. Есть. Можете быть свободны. Капитан торгового флота. А цветы, товарищ помощник, зря покупаешь. Слышу голос своего капитана. Здравствуйте, Иван Акимович. Здравствуйте. А почему, собственно, зря? Ох, я тебе сейчас такое скажу, что цветы вмиг завянут. Да ну, так и завянут. Факт. Слушай, что я тебе скажу. Наш с тобой товарищ Найденова с Вятки списали. Да вы шутите, Иван Акимович, как так списали? Да какие шутки, Вятка на ремонт уходит. На ремонт? Зачем? Да. Не знаю, в другой даже порт какой-то. То есть как в другой порт? Куда? Неизвестно. Весь экипаж с Вятки списали. Стал быть, и капитан новый? Новый, Артамонов какой-то. Какой Артамонов? Откуда? Да не знаю. А кто его знает? Да. Ну а какой он из себя? Да как тебе сказать, он такой, ну... Да я его, собственно, и не видел. Тише. Только что заснул. А ты разбуди, няня. Сейчас же разбуди. Зачем? Дело есть, нянечка, есть дело. А Людмила Сергеевна дома? Не приходила еще. Жалко. Сколько лет живете, брось, а тут на тебе, жалко. Сколько не толкую, служили бы вместе на одном пароходе. Так нет. Александр Васильевич отчалил, Людмила Сергеевна причалила. Причалил Александр Васильевич, Людмила Сергеевна отчалила. Говорю, служили бы вместе. А ты похлопотала, няня. Нет, няня, будить не будем. Что, отчаливаешь? Так точно. Скажешь Людмиле Сергеевне? Пошел. Далеко? Да нет, тут близко. Дело небольшое. В общем, скоро вернусь. Завтра? Возможно. Но послезавтра. В общем, скоро. Добрый час. Ты такого Артамонова знаешь? К нам на Вятку прислали нового капитана Артамонова. И что странно, его никто не знает. Никто. Списал весь экипаж, капитана, меня. И к чему все? С кем это ты разговариваешь? А разве Александр Васильевич дома нет? Был. Собрался и ушел. Куда? В море. А что он сказал? Скоро вернется. Дело, говорит, есть небольшое. А еще что сказал? Ну вот все и сказал. Эх, нянь, больше двух слов ты и запомнить толком не можешь. А записки тоже не оставил? Не знаю. А кто здесь хозяйничал, нянь? Хозяин. Это что-то непонятно. Войдите. Ну что скажете, мой старший помощник? Как устроились? Благодарим, неплохо. Каюты здесь никак не на нос. Понятно. Хорошая гостиница. С экипажем знакомитесь? Да, уже разговаривал со многими. Народ нам прислали как будто отборный. Понятно. Ну что ж, товарищ Середин, стиль выдержан. Только это ни к чему. Есть ни к чему. Это я так, для пущей важности. Понятно. Хороша. Маскировочка? Не совсем маскировочка. Ух, простите. Так и быть, прощаю. Внимание! Налево равняй! Смирно! Вольно! Сейчас, товарищи, будет роздана вольная одежда. Краснофлотское будирование временно сдать. Будет свезен на берег. Рутян! Есть! Ко мне! Возьмите костюм. Ласточкин! Есть! Возьмите. Кашкин! Есть! Карпенко! Есть! Берите, берите! Еще костюм. Степан Никитич Поздняков? Точно. На военном флоте служили? 2,5 десятка лет. Начал юнгой на 12 апостолах, а потом все больше противолодочную оборону. Значит, теперь на торговом флоте? Не ночевать же на берегу. Вот и торчу на буксире. Понятно. Маяк плавал? Да, точно. Горел, тонул и взрывался. Вам известна наша задача? Точно. Ну? Делай. Я рад, что вас прислали. Можете быть свободны. Есть. Хороши. Слушай-ка, парень. Да. Ты откуда? Я Гневный. Ишь ты. Приятель у меня там есть. Кто? Гусев. Мишка. Хорош. Ну, первый у нас. А ты откуда? Ласточкин моя фамилия. Слышал, слышал. Простой, простой. Это... Самура, да? Точно. Это ты какой? Комендор? Да. Комсомолец? Ну, конечно. Как ты думаешь, к чему это весь маскарад, а? Думаешь, думаешь, ничего не придумаешь, а всю жизнь продумаешь. Вот я коса. А ну ты, Петра Ивана, нагнись, я же не достану. Только давай по всей форме. А, все будет правильно. Да. Ну? Кто-то. Что-то что? Минуточку. Вот это из 5 возможных 5. Хорош. Чего хорош? Я для этого галстука рожден. Ванечка, Ваня, вот это не к лицу. Минуточку. Недолет. Разрешите посмотреть. Минуточку. О. Полное накрытие. Ну как? Красив? А что вы думаете? А в чем может быть? Пришить пуговицу. Есть прищепуговица. Заменить. Другого нет, товарищ Мич. Заменить. Есть заменить. Мимо маяка или обойдем волнорез? Пройдем мимо маяка. Все ж светлее чего-то. А ночь-то какая. Иван Афимович, а? С вами бывало так? Вы вот знаете, что человек вас любит. И вдруг начинает происходить что-то непонятное. Ну-ну. То есть ничего, конечно, особенного. Может, даже и внимания не надо было обращать. Но... Путано для меня чего-то. Кто меня любит, тот любит. Я знаю, кто меня любит. А если не любит, то черт с ним. А что такое? Так, ничего. Правее держи. Есть правее. Спасательное судно таскает баржи со всяким хламом. И в общем мы не хлам тащим, а машины. Возить машины не наше дело. Коли велено, значит наше. Держи на корабль, видишь? Вижу, Иван Акимыч. Иван Акимыч, ведь это же Вятка. Ну да, Вятка. А почему мне не сказали, что мы идем к Вятке? А зачем я тебе буду все говорить? А этот груз мы им тащим? Товарищ помощник, прошу не задавать лишних вопросов. Есть. Простите, Иван Акимович. Эй, на Вятке! Принимай посылку! Товарищ Артамонов. Да? Баржу выгружать? Немедленно. Есть. Товарищ боцман, отпустите буксир! Нечего ему тут путаться! Что это? Что это? Чей это голос? Теев! Вирошприн! Убрать кранты! Принимай, принимай, не повыся! У них там должно быть в буфете пиво хорошее, Жигулевское. Эх, жалко чего-то. Иван Акимович. Да? Позвольте задать лишний вопрос. Позволяю. Вы знаете Артамонова, капитана Вятки? А что? Он давно в торговом флоте. А тебе зачем знать? Как? Между прочим. Между прочим, я этого не знаю. Седьмой причал свободен? Карт свободен. Пойдем туда. Есть. Иди сюда. Давно, давно не видели. Здорово, здорово, здорово. А тебя, старого, все носит по воде. Вот водой живем, вот нет, не так. Стой, дай бог память. Где я тебя в последний раз видел? То ли в Феодосии, то ли во Владивостоке. Видались мы с тобой, друг, в Мурманске. Только ты этого помнить не можешь. По телу. Еле глаза открывал. Не тот организм. Не тот. А каким ветром сюда занесло? Ну так я боцман на Вятке. А, да. Мы тут в ремонте стоим. Слышал, слышал. Да. Ну, а когда в рейс? На денька через два, через три. Куда? Кто его знает? Должно недалеко. Далеко не уйдешь. Слух есть. Шалят море. Да ты не свякай попусту языком. А, не кикать. Слыхал. Ну-ка. Бабий брех. Ну. Ага. Товарищ, можно вас? Вы меня? Вас, товарищ. Сейчас. Одну минуточку. Простите, я слышала, вы боцман Вятки? Точно, боцман. Скажите, у вас капитан Артамонов? Артамонов, боевой товарищ. Как бы мне его повидать? А его нельзя повидать. Почему? Он болен. Болен? Болен. Передам привет. Спасибо. Прошу прощения. Да, вот что, друг, экипаж мой кончает ремонт. Так вот, ну, ребята в складчину хотят. Ну, понимаешь? Да. Ну, народ все молодой, глупый, ведь разве они в шницелях понимают? Так вот, надо поучить. Добре. Сколько персон? На 30. Только ты смотри, чтобы там это все было и то, и другое, и третье, и прочее. Есть. Понимаешь? Есть. Будет все в порядке. Братцы, наводим красоту. То есть как это зря? Девушек не будет, танцевать не с кем. А ведь верно. Какая же вечеринка без девчат? А зачем девчат? По-моему, лучше хорошо покушать. Ну это кому что. Братцы, а у нас есть кто-нибудь здесь местный? Парень, здесь, кажется, табачная фабрика есть. Две! Порядок! Слушайте, там девушки! По табачной фабрике огонь! 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 Ребята, насчет девушек так. Из 6 возможных у меня 5 наверняка. Ну это по девчатам. Вот именно. А вот насчет по мишеням? По мишеням? А по мишеням у меня из 5 возможных... 2. 6. Таков принцип моей стрельбы. Понял? Из 5 возможных 6 и запомни. Понял! Разговоров много. Не забывайте, что вы на военном корабле. И на верхней палубе, и внизу. Товарищ Мичман, разрешите задать вопрос? Пожалуйста. А что у нас дело до стрельбы дойдет? Праздный вопрос. Товарищ Мичман. Собрать всех. Будьте любезны. Становись! Почему строим, а? На табачную фабрику идем. Справа по 4. А что вы думаете? А может быть? Мирно! Товарищ капитан, экипаж корабля «Вятка» построен по вашему приказанию. Вольно. Товарищеский ужин не состоится. Через полчаса мы будем в открытом море. Это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от момента нашего ухода. Я хочу внести полную ясность. Мы идем в море навстречу бою. У нас должно хватить выдержки драться до конца. Может быть, некоторые из нас и не вернутся назад. Но всем без исключения представится возможность послужить Родине. Корабль к походу изготовить. Есть. По местам стоять. Якорь сниматься. Поторапливайтесь, товарищ Кашкин. Все закончили, а вы все еще копаете. Уже готово, товарищ старший помощник. Давайте, давайте. Есть. Готово? Готово, товарищ командир. Давайте. Есть. 3, 4. Хорошо действует. Но нужно на 2 секунды скорее. Секунды решают. Сделаем? 3, 4. Ну как, кончили? Как видишь? Ага, правильно. Пойду доложу старпом. Так вот я и думаю, какая же мы чайка, когда мы настоящий ястреб. Морской ястреб. Звучит. А кто из вас знает старую матросскую песню о морском ястребе? Что это за песня? Это что, про трубки, что ли? Ну да, ну да. А ты что, знаешь мотив? Знаю. Ну так беги за баяном. Тащу. Закурим матросские трубки и выйдем из темных кают. Пусть волны доходят до пути, но с ног нас они не совьют. На этой дубовой скорлупе железные люди плывут. Уходит от берега ястреб морской, девушка машет рукой. Уходит от берега ястреб морской, и девушка машет рукой. Мы дружбу скрутили канатом, гордимся мы дружбой такой. Мы в море уходим, ребята, нам девушка машет рукой. Над палубой парус крылатый трепещет, как ястреб морской. Уходит от берега ястреб морской, и девушка машет рукой. Уходит от берега ястреб морской, и девушка машет рукой. Давай, давай на ужин. А ну-ка, Митя, от скуки трави-ка чего-нибудь. Чего там травить? Я вот сейчас случай расскажу. У меня дядя был. Фармацевт? Не, морячок. А-а-а. Так вот он в Александрийском порту видел человека, который 99 лет просидел в тюрьме и вышел жив-здоров. А вот у меня дядя был. Врал-врал, умер. Ну да. Вот тебе ну да. Эй, Карпенко! Чего? Загораешь? Дежурю. Чего тянется? Забыли все, товарищи? Простите, товарищ старший помощник. Роль свою мы знаем. Мы должны с трубками в зубах, сложив руки в карман, прогуливаться на полубаке. Давайте. Развинченности больше. Развинченности не вижу. Тихо. Прассы. Кого я вижу? Вот она, красавица. Мадам, значит, будете. Судьба. Просил, просил. Ну ладно, ладно. Дух кочегарный. Артист? Чистый артист. А что вы думаете? А все может быть. Но. Утюг. Ну что, роль жены капитана не по сердцу? Точка, тире, точка. Приказ есть приказ. Совершенно верно. Все это я понимаю. Мы на судне ловушки. Интересно. Очень интересно. Ну как это все получается? Так вот и получается, что мы кролик. Что мы кролик? Кролик. Очень просто кролик. Погоди. Про капитана Кэмпбелла читал? Нет. Вот я читал. О, парень. Именно кролик, который становится тигром в тот самый момент, когда лодка всплывает. Ребят, дайте хлеб-то. Кашу, хлеба. Так вот, лодка всплывает, думает, что она покончила с ней. Постой. Наш кролик это просто приманка. Ну вот, а приманка должна быть самой без обиды на вид, пока лодка не всплывет, верно? О. Да. По местам стоять. Боевая тревога. Боевая тревога, ребят. А ты будь поняла. Господин Грин, слева по носу судно. Доложите капитану. Угу. Вы же любите докладывать. Да. По местам. По местам. По местам. Неважно, несет паруса, но ведь вы старый знаток. Русский флаг, капитан. Ну и что же? Я полагаю... Вы полагаете, что советская ветчина не годится для наших людей? Продолжайте операции. Слушаюсь. Передать сигналом. Имею повреждение рации, нуждаюсь в передаче депеш. Стойте, стойте. Он что-то сигналит. Сигналит. повреждена рация. Нуждаюсь в передаче срочных депеш. Придется оказать помощь. Ничего не поделаешь. Стопорить машину. Есть! Обследуйте это судно. Слушаюсь, капитан. Смотрите, от корабля отворилась шлюпка. Ничего не поделаешь. Гости. Пока я буду занимать капитана, нужно во что бы то ни стало сунуть патрон в радиорубку. Слушаюсь. Кладите в формер, это надежнее. Слушаюсь. Можно проходить от трапа в мой салон. И точка. В сторону никуда. Понятно? Есть! Это еще что? Марш вниз. Вгляди еще любоваться этой красавицей. Есть! Разрешите моему штурману пройти в радиорубку, разобраться в депешах. Все это мы сделаем в моем салоне. Прошу. Как проходит плавание, капитан? Что слышно о пирате? По-моему, досужие выдумки. Мой капитан того же мнения. Ход в радиорубку здесь? Совершенно верно, здесь. Позвольте. А зачем? Радиш? Радиш нету наверху у капитана. Пожалуйста. Давай. Сколько раз я вбивал твою дурацкую башку, что нельзя... Ложить здесь вот в радиорубку? Нет, не здесь. Что нельзя разбрасывать швабры по всей верхней палубе. Непорядок. Не продадите ли несколько бочек солонина, капитан? Прошу. Солонина не держу. Благодарю. Ваш супруг, капитан? Совершенно правильно. Очаровательная женщина. Служили в военном флоте, капитан? Нет. Только мечтаю, как каждый из нас. Так приступим к разбору наших депеш? Пожалуйста. Товарищ Рутян. Есть. Алло, меняй на пару свеженьких сосисок. Угостил бы без обмена, да не могу. Клюет. А как вас седой? Последнее время не важно. Сегодня на завтрак яичница, какао, ветчина. Жареная? С луком. Да. Закончили? Да-да. Можете быть свободны. К сожалению, больше ничем не могу вам быть полезен. Должен двигаться дальше. Дела? Василий Иванович, проводите, пожалуйста. Есть. Нет. Ну что? Все туман. Сплошной туман, и жена, и солонина, и все. Осмотрели корабль? Не удалось. Они очень осторожны. Ваше мнение? По-моему, транспорт с военным... И во всяком случае, с секретным грузом. Можно снять провиант? Никакой надежды. Рацию из строя вывести не удалось. Вызовите сюда русского капитана с судовыми бумагами и приготовьтесь к потоплению корабля. Он будет радировать. Крик поднимет на весь мир. Но это нам пока не опасно. Исполняйте. Слушаюсь. Ого-го. Товарищ Середин, Василий Иванович. Да? Любопытный сигнал. Требует остановиться. Как так? Ответить. Разобрать сигнал не могу. Есть! Ответить, разобрать сигнал не могу. Иди тем же курсом, ход довести до полного. Есть! Выигрывают время. Сейчас мы и делаем послушнее. Первое. Предупредительный выстрел. Первое. Первое. Огонь! Хотят досмотреть во что бы то ни стало. Что за черт? А что если пират... И подводная лодка? Да. Возможно. Кормовое орудие к бою. Комендар Ласточкин. Есть, Ласточкин! Когда он приблизится, пугните его. Только ни в коем случае не попадать. Ждите команды. Право на борт! Есть, право на борт! Кормовое. Огонь! Ты вооружен, капитан? Меня радует ваша наблюдательность. Калибр 105, капитан. 125, старший помощник. Он отвечает! Он стреляет! Огрызается. Смотрите, смотрите, черт! Вижу. Просите погоню. Отходите. Право на борт. Увеличьте ход до полного. Полный вперед. Видите, как он удирает? Вижу. Он такой же парусник, как я, архимандрит. Поднять ему сигнал. Немедленно остановиться. Есть, поднять сигнал, немедленно остановиться. Влипли в историю. Черт возьми. Да. Они требуют остановки, капитан. Вижу. Странный купец. Вы заметили орудие на борту? Не заметил. Они позаботились, чтобы не заметили. Маскировка? Точнее. Судно-ловушка. Вот теперь правильно. Убрать всех вниз. Привести аппарат в действие. Слушай. Ласточкин. А ну-ка еще разок. Только смотрите, не попадать. Ласточкин! Ласточкин! Не попадал я в него, товарищ командир. Честное слово, не попадал. Ко мне на мостик. Есть! Мостик, мостик! Есть мостик! Парусник дает в эфир. СС, СС, гибну по выстрелами пирата Чайка. Вот скотин. Заработала рация. Симулянты. Ты смотри, как быстро пошел ко дну, а? А где же люди? Никого не видно там. А? Неужели утонули? А? Ничего не видать. Выходит, потопили парус. Явился, товарищ командир. Был приказ не попадать. Был, товарищ командир. Так что же? Знаю точно, я в него не попал. А взрыв? Не могу объяснить, товарищ командир. Слушаю. А вы не ошиблись в расчете? Ну что вы, товарищ командир, ведь вы же знаете, я с Амура, первенца по стрельбе. Знаю. Странно. Все утонули. Бес их задави. Ты сиди, сиди. Это что ж, утоп? Утоп при неизвестной национальности. Понимаешь, что наделал? Точно. Вот тебе и шестой из 5 возможных. А может, это не пират вовсе? Ведь перископ у него не было? Не было. Может, ты нырнешь на дно да посмотришь? Заодно документы проверишь, это у парусника. Эх, комендор, комендор, смотреть на тебя некрасиво. Куда пойдешь, кому скажешь? Невозможно это. Не попадал я в него, ребята. Не попадал. А что вы думаете? А все может быть. Карпенко! Есть! А ну давай сюда. Командир приказал отменить маскировку, вернуться к исполнению обязанностей сигнальщика. Прикрепляешься к первой подницкой партии. Есть! Вот, обмундирование сдать. Самому надоел, товарищ боцман. Топай, топай. Да. Была шхуна и нет шхуны. Форменная катастрофа. И всего от одного снаряда. Ничего не понимаю. Василий Иванович. Да. Придется Чайку перемаскировать. Под кого? Вот образец. 5:30. Сдайте работу. Есть. Что, лесовозом будем? Придется. Все наверх. Аврал. Есть. Слушай, Кок, а хорошо бы сейчас подзакусить, а? Ох, я обжора! Зачем тебя взяли, не понимаю. А чего-то понимать? Как храбрость проявить или что-нибудь в этом роде, меня всегда берут. Знаешь, маху дали. Тут мало одной храбрости. Тут, брат, нужна башка. Твоя? Хотя бы моя. Корабль наш особенный. То Вятка, то Чайка, сейчас Морской ястреб. Слушай, ястреб, ты пробовал панику изображать? Уже репетировали. Ну и как? Сразу, конечно, не получалось. Смеху было форменный пир. Сыгранул, значит? Ох, и сыгранул. Там, Чайку. Поверь, давай, давай, давай. Темп, темп, веселее, веселее. Равняй стенку, равняй. Крепи так. Переделать стрелу налево. Есть. После ужина партийное собрание. Знаем. Давай на ту сторону. Как дела? Скоро рассвет. К рассвету закончим маскировку, товарищ командир. Понятно. Управление горизонтальными рулями. Слушаюсь, перейти на ручное управление. Глубина? 25 метров, капитан. На румбе? 310. Право руля держать 327. Слушаюсь, право руля держать 327. На румбе 327. Хорошо. Кажется, аппарат ложного взрыва работал отлично, капитан. Да. Русские уверены, что потопили нас. Седьмом. Доложить давление в торпедных аппаратах. Все ясно. Стало еще хуже. Все надстройки, мачты, палубы, мостики, вся эта маскировка сброшена. Наш бандит прячет концы в воду. А мне все равно. Подводная лодка, как подводная. Я предпочитаю свежий воздух. Наверху все-таки лучше. Я думаю, да. Просто не знаю, радоваться ли горевать, что кончилось наше надводное существование. Нет смысла не радоваться, не горевать. Опять скажете какую-нибудь гадость. И какой смысл волноваться на собственных похоронах? Элла Джойс, предлагаю пари. Каким концом ко дну пойдет наша собственная коробка? Я на свою жизнь пари не держу. Не смейте, не смейте! Ганс! Господин лейтенант? Снова уменьшили сварение, оцелит речь. Не имею понятия, господин лейтенант. Не врите вы, грязная свинья! На шутире у вас всегда есть понятие. Убирайтесь. Мостики, на мостике. Мостик слушает. Слышу, ясно слышу шум винтов подводной лодки. Направление. Шум по пелингу 45 градусов. Смотрящий, внимательней. Право полосу перископ! Я по местам. Все по местам! Право на борт, полный вперед! Право на борт! Есть право на борт! Товарищ Середин, вы остаетесь на мостике, как видимый капитан корабля. Я ухожу на боевой пост. Мои приказания слушают по телефонной переговорной трубе. Есть! С первой партии пальники уходит Василий Иванович. Есть! Вы со второй, понятно? Есть! Понятно! Придется драться, Середин. Драться жестоко. Вам все понятно? Все понятно, товарищ Артамонов. Ну? Пора ли вообще кончать рейдерсу, капитан? 28 потопных кораблей не такой плохой счет. Вы так думаете? На 29-м нам изменилось счастье. 29-й? Вы его прозевали, Грин. Вы были на том судне и не сумели его разгадать. Хорошо, что нам удалось уйти. Это 30-й. Ему повезло. Он открывает новый счет. Подводный. Новый счет? Да, без предупреждений и без пленных. Что дальше, капитан? Кормовые торпедные аппараты. Слушаюсь. Кормовые торпедные аппараты. Готовься! Всех на дно. Старик решил не брать пленных? Угу. Превосходно. Мне надо Ира с ними церемониться. Лучше его с ними церемониться. Торпеда справа! Вижу. Внимание! Подставить торпеде борт. Стопачи! В районе кочегарки. Поступает вода. Задержать поступление воды во что бы то ни стало. Первый панический партия. Начать действовать с корабля. Пустить шлюп самого борта. Первая партия за мной. Вода в шлюпе борта. Первая паническая. Шлюпки. Больше жизни! Не вижу паники! Сестра! Давай веселей! Крик давайте! Задерубка! Давайте открытый СС. Торпедирован неизвестный подводной лодкой. Покидаем корабль! Покидаем корабль! Действуйте тревожно. Товарищ Артамонов, пора бы ему всплывать. Что ж, я бы на его месте тоже подождал. Только бы не удрал. Подавай, подавай, подавай. Шлюпки! Товарищ Середин, вы покидаете корабль. Остаются только комендоры. Только комендоры. Выбить кельботи! Приготовить шлюпки! Копайте! Теперь! Дальше что, какие ваши приказания? Берите команду первой шлюпки! Все, кроме комендоров, покидают корабль! Все, кроме комендоров! Веселей, ребятки, паникуйте! Отчаливай! Ты что ж, чертов кок! Почему не сошел со всеми, как было приказано? Не мог я, товарищ боцман, не мог, ведь я пулеметчик, товарищ боцман! Ух ты! Действуй! Капитан, товарищ капитан! Я слушаю, что случилось? Так. Так. Понятно. Значит, война. Следовало бы всплыть и кончать артиллерии. Предложите? Грин. Непонятно, почему он не тонет. Взгляните-ка вы, по-моему, судно брошено экипажем. бежали, как крысы. Очевидно, лес держит судно на плаву. Судя по кранам, это лесовоз. Правильно. Из вас выйдет толк, Грин, если вы переживете этот рейс. Надеюсь, капитан. Не хочет тонуть. Надо помочь. Еще одну торпеду, капитан? Нет, торпеду жалко. Надо кончать артиллерийским огнем. Всплыть в позиционное положение. Есть, капитан. По местам стоять к всплытию. Всплывай, товарищ командир! Всплывай! Огонь! 908. Огонь! Пожар! Не тушить! Есть не тушить! Не двигаться, не шевелиться, не подавать никаких признаков жизни! Курить хочется. Да, не мешало. А шевельнуться нельзя. Кашкин, что с вами? Кажется, ранен. Осторожно ползите на перевязку. Товарищ командир, разрешите остаться. Если можете, оставайтесь. Рано. Товарищ командир, можно? Рано. Рано. Огонь! Есть! Огонь! Но нечистая сила теперь... Приготовиться к тушению пожара! Ура! Ура! Васильев! Включить добавочную помпу! Ласточкин! Шлюпки! Казанович! Проверили каюты! Поливай! Воронов! Включить добавочную помпу! Гидрофонная установка действует? Ничего, сидите. Действует, товарищ командир. Хорошо, слушайте. Все время слушаю. Ну и что? Какой-то шум. Неясный шум. А ну, внимательный. Есть. Ну? Слышу. Теперь ясно слышу. Стук молотков. Какой-то скрип. Видимо, ремонтируют. Винтов не слышно? Нет. Нет, нет. Ни винтов, ни моторов. Лодка неподвижна. Капитан, лодка больше не боеспособна. Знаю. Кормовые отсеки затоплены. Знаю. У нас нет хода, ни надводного, ни подводного. Приведите себя в порядок. Вот так. Что еще? Краны аварийного всплытия. Действует капитан. Тихо. Вы предлагаете мне всплыть и сдаться? Нет, из вас не выйдет толку, Грин. Эх, нет у нас хода. Забросать бы их глубинными бомбами. Товарищ капитан! Карпенко, как вы сюда попали? Мы подобрали было из воды комендора с подлодки. Ну? Того самого, что был на шлюпке с парусника. Того самого? Того самого, товарищ капитан. А вы не ошибаетесь? Нет. Товарищ Середин приказал мне доложить вам об этом. Дело, кажется, проясняется. Да-да. Разрешите мне приступить к своим обязанностям? Разрешаю. Просимофорьте. Шлюпкам возвратиться. Есть, просимофорить шлюпкам возвратиться. Разрешите спросить, господин капитан, кто имеет право обрекать нас на смерть? Что это? Бунт? Черту! Мы задыхаемся! Вы обязаны нас спасти! Краны! Давайте аварийные краны! Краны действуют! Краны не действуют. Неправда! Краны действуют! Действуют! Отберите у него оружие! Задыхаемся! Отойдите от кранов, иначе! Затопите лодку! Скорей! Откройте кран аварийного всплытия! Построить команду. Вторых! Равняйсь! Спира! Товарищ боссман, приготовить водолазные костюмы и шланги. Есть, приготовить водолазные костюмы и шланги. Товарищ Середин командует водолазами. Есть. Необходимо спуститься под воду, обследовать лодку, снять документы. Кто желает выйти из строя? Отставить. Назначаю. Алексеев, Ласточкин, Карпенко, Воронов, Дичков. Товарищ командир, справа по борту подводная лодка! Ласточкин, Дьячков, носовому орудию! Нет, нет! Отставить! Есть отставить! Снять пленных! Есть снять пленных! А что вы думаете? А все может быть. Подойди, уходит от берега ястреб морской, девушка машет рукой. Мы дружбу скрутили канатом, гордимся мы дружбой такой. Мы в море уходим от тебя. Товарищ капитан лейтенант, трап поднимает. Есть, иду. Над палубой парус крылатый залетает, как ястреб морской. Уходит от берега ястреб морской, и девушка машет рукой. Уходит от берега ястреб морской, и девушка машет рукой.